И всем привет! Вы на канале Vidroid Gaming. Меня зовут Александр. Сегодня мы поиграем в картошку. Да, такое тоже бывает. Картошка внезапно врывается на канальчик, и уже ничего не сделаешь, ее не остановить, прям как этот танчик. Сегодня мы на нем как раз таки покатаемся. И седьмой тема нашего видосика. Толком я его еще не выкатывал на видео, да. По геймплею, что могу сказать? То же самое, что и с восьмой или и с третьей. То есть прячем НЛДху, либо сами все прячемся за дом, потому что все-таки... Картоха это игра, вот все говорят про броню, я говорю нет, картоха про рандом, потому что иногда бывает, ты хоть как старайся, тебя все равно все прошибают, а садишься на какого-нибудь дырявого АМХ-75, ну легкий танк многозарядный, берешь стойкого, потому что никто тебя пробить не может, короче просто рандомиус, который зависит, наверное, все-таки от твоих противников, шарят они или не шарят. Вот, да, также в картошке много контента, есть задачи сегодня, мы их тоже можем поделать, задачки, открываемся, да. Вот что я сделал за неделю. 132 ключика. Как всегда, короче. Ну, тут, в принципе, победить. Я думаю, они сами будут выполняться. Не будем упарываться на эти задачки. Возьмем лучше сундучочки, да. То, что я тоже вроде их не брал. Ну, золотого, к сожалению, нет. Зато есть зелененький. Или синенький. Ну, неважно, короче. Бустерочки. АЕ. И, наверное, бустерочки. АЕ. Да. Как неожиданно. Также в картохе было обновление. Я в него еще не смотрел, но вроде как тут улучшили французиков, американцев, которые многозарядные, и добавили новый флажок, да, итальянский, в котором еще пока нету танков. Я думаю, добавят сначала премиальные танки. Блин, зачем я этот фильтр включил? Как сделать? Давайте, наверное, вот такой вот фильтр сделаем. Без Франции! Добавят, наверное, сначала премиальный танк какой-нибудь, чтобы донатеры так утолили свой этот... Самый, ну вы поняли, что, хотение донатить, а потом уже и ко всем остальным выпустят обычные танчики, и будем их все качать, смотреть. Ну не знаю, буду ли я их качать, потому что у меня, в принципе, танков много, и фиг его знает, на каком ездить, да. Но мы сегодня вот на этом покатаемся, если нас сольют, то какой-нибудь вот этот возьмем, или вот этот. Ну короче, покачаем танчики, срубим X2, заберем все задачки, короче, мы молодцы сегодня будем, но на самом деле, наверное, нет. Потому что я давненько в него не играл. Блин, яйца потерял. Вот. Все, погнали, короче, в бой, да. Какая замечательная городская карта. И погнали. Кому-то там не повезло, кому-то повезло. Едем в бой. Так, ну наши опять разделяются. Это на самом деле плохо. Мне не нравится, когда мы разделяемся. Так, мне бы горочку какую-нибудь. Пригорочку. Хотя у ИСа 8 на самом деле маленькое пробитие. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Снаряд не поймай, не поймай снаряды. И там вот наших уже долбят. Вот они, слепые экипажи непрокачанные. Я не вижу врагов. Это бесит так капец. Они меня видят, а я их не вижу. Ладно. Едем дальше. Не хочу я туда вылазить. Ну, танчик отличается своей тугодумостью. Он такой долгий, вообще он медленный, капец. Особенно после других каких-нибудь игр. Башня тоже медленно поворачивается. Ладно, делаем плант капкан. Обходим врагов. Надеюсь, там петех сзади нет. Да, они все там, судя по карте. И наши уже убили одного тяжа, представляете? Вот сейчас они обосрутся. Смотрите, мы обходим их прям как СТ-шка. Действуем. Хоба-хоба-хоба, план капкан. Все, пацаны, вы у меня на мушке. Здорово, мужик. Можно я вас немножко подкоцаю? Давайте мы дадим пацанам ассист. Близко не подходи. Все, отлично. Это я могу, да. Почему бы нет? Пацан увернулся, не глядя на меня вообще. Он может ничего не делать, я в него все равно не попаду. Что это я. Ставим хедшоты. И смотрите, какой огненный у нас бой получился. Просто турбо, турбовин. В принципе, здесь у меня все время так. Либо турбовин, либо турбослив. Каких-то запоминающих каток я уже не то что не помню, я их не знаю, наверное. Да, хотя были такие моменты, когда пацаны, ты тащи, трое остались, ты один, делай колобаху. Я такой, чой, ваншот. Ну, если сравнивать геймплей, то, блин, ну, не потно. Вот я качаю сейчас Т-72 в танк-тастике. Вот это там реально пот. Я прям сижу, потею. Здесь такое. Расслабон.
Ну, враг. Ну, сейчас, подожди, враг. Подожди. Окей. И все. Вот это да, стата прям растет на глазах. Вы еще рейтинг мой не видели, там еще просто красивые циферки. Ну, наверное, заметили, что я прям танковал как боженька в этот бой. Да, и даже мне дали медальку. Урон 900, позорище. Ну, просто не успел доехать до боя. Хотя вроде там и ворвался, и объехал. Ладно, едем еще один бой сразу же. Танк-то целый. Тоже интересная карта, каньончик. Тут очень сильно много зависит от того, кто куда поедет. 10к до Б4. Я тебя поздравляю, чувак. На самом деле, десятка не сильно отличается от 9 левела. Ну, вот, смотрите, мы опять тоже разделяемся, это плохо. Ну, поедем с тяжами, потому что так нас больше будет. Вот, тем более тяжи здесь 2. Это тут стоит. Тут не стой, чувак, тут не будет боя. Бой весь вон там вот будет. Если наши, конечно, стоять не будут. Десятка от девятки не сильно отличается. И с восьмой примерно плюс-минус тот же самый, что и седьмой. Такие вот дела. Так что одинаково. Вот, видите, они толпой поехали. Все, погнали туда, погнали туда. Наших троих сейчас взбучат, а потом нас будут бучить. На горку залезу, может. Успеем. Хотя я пока доползу, наши уже все сдохнут. Вот. Классическая ситуация. Все поехали разом, и наши сейчас сдохнут. Если, конечно, лезть не будут, как дебилы, то, может, выживут? Ну, видишь ты, что куча народу. Ну, отходи потихоньку к своим. Нет, они, смотрите, они продолжают танковать, вылазить, стрелять. Вот я сам тоже на 95-ку вылез. Можно ее поколупать? Попробовать. Здорово, мужик! На, и не пробил, клево, да? Хотя вроде в корпус стрелял. Потому что он меня теперь видит и такой, блин, меня бьют, надо что-то делать. А я такой, хе-хе, не буду дальше тебя бить, поеду сюда. Очень огненный геймплей. Ну, расслабляет на самом деле, пойдемте ПТХ обойдем. Так, Е75, серьезный противник для меня, сильно бронированный. Я больше по легким целям. Да я знаю, что нужна помощь, вот я помогать еду. Фугасы тоже жутко не люблю. Никогда ими нормально не дамажу. На-на-на, я танцую, но ты мне хоть как пробьешь. Вот, видали, да? Ну тут шансов нету, у него пушка крутая. Вот, рандомный снаряд поймал, даже не танковал. Чё я и говорил. Тарантелка. Ну может... В этом самом забыл слово. Глич. Что-нибудь будет. Вряд ли. Ой, я испугался, короче, и в обратку пукнул. Вот это жесть. Это жесть. Я сказал, что это жесть, это жесть. Ну сейчас я его не поймаю. Ух ты, жопа, а. Хоть продамажу, может. Если успею! Да, красиво сдох. Да, ну это слив был по-любому. То, что, смотрите, наших всех убили, сейчас к этим уже едут. Эти только подползают. И тоже увезли в бою. Да и сам я тоже рак вылез. Все раки кругом. Даже я. Ну и что и требовалось доказать. Танчик вроде танкует, вроде нет. ХЗ, короче, да. Мобильности не хватает, все его закручивают. Так что надо как-то издалека стараться в бой вести. Хотя ты тяж, все на тебя сразу же начинают орать. Тяж, иди танкуй, а кого танкуй, если тебя все пробивают, лол. Вот, так вот, да. По поводу амуниции, оборудования, я это не юзаю. Знаете почему? Потому что я считаю, что это темка для раков, да. Шучу, конечно. Нет, денег просто не хватает, у меня есть вещи, на которые я могу потратить серебро. И сейчас у меня набивание этой статы винами. Ну, как бы, камон, я фармлю деньги. Мне пофиг, выиграл я, проиграл, мне главное, чтобы серебро упало в плюс. И было все хорошо, да, и опыт дали. Поэтому стараюсь побольше просто дамажить, даже если дохну и проигрываюсь. Не сильно расстраиваюсь, что опыт падает, это самое главное. Ну чё, пацаны, рудники, клёвая карта. Вообще все карты клёвые, кроме, знаете, каких. Ладно, если я встречу, я скажу, какая мне карта не нравится. Ну, поехали на гору, так на гору все едем, это хорошо, уже хороший знак. Ненавижу Т-шек, ни Т-54, ни Т-62. Очень шустрые и очень часто ловят рикошеты. Ну и на них такие крутые дядьки в основном играют. Раков я не видел. Если я сяду, то я увижу рака, да. Рака Макафом. Ну давай, леопард. Я тебя вижу. Ты меня видишь, нет?
И уже не вижу. Инвизер. Я постою тут, можно, пацаны? Вы пока тащите там. О, так он на меня смотрел, засранец-то такой. Смотрите, 300 пробил. Жесткий тип. Ну, бачат, давай там это. Или как тебя там? Бич. Ты говнарь какой, а? На! Вот так вот стой там, сволочь, блин. Взял мне краску, поцарапал. Че, пацаны, танкуем, нет, или стоять будем? Ну вот, видите, огненный геймплей, все по камушкам разошлись. И такие. А кто хочет поугарать, тот вон там вот стоит вот так вот. Вот, дойте. Вон там вот так вот стоит, да. Тот, кто хочет поугарать. Ну тут просто такой, как. Знаете, этими молоточками бить по сусликам из дырок, которые вылазят. Вот то же самое. У-ху! Попал, не попал. У-ху! Попал, не попал. Попал, не попал. И все, кажется, друг с другом так же играют. А еще там пятых стоят, которые лупят кувалдой по ним из кустов. Ладно, пойдемте, может, танкать. Нет, я танкану сейчас, меня сейчас сразу же пятеха стрелять будет. Ладно, давайте попробуем огненный геймплей сделать. Колобангер! Так, мало урона. Зато эту танканули, видели? Даже не пытались ее танкануть, и танканули. Там еще Иван Сосович стоит. Где-то вот тут она стояла, да? Собака такая. Ну, стрельни меня хоть, пострелю. Вот. Здорово, мужик. Довольно-таки серьезная. Это. А! Вот этого говна я не заметил. Надо спрятаться от этого сволочи. Пули летят, мазафака. Покедова. Этот сдох сам от старости, наверное. Ну, опять турбослив. Ну, турбовин, турбослив. Я их все турбосливы называю, потому что это слив времени. Ну, неинтересно вообще. Ну, в смысле, интересно? Да, ты развитие получаешь. Самый главный кайф от картохи, ты получаешь кач. То есть, ты что-то качаешься во время, развиваешься, получаешь. Вот, все. Пока я говорил, выиграли. Не петух затащил и говорит так точно. Е! Объявление, такой набор в клан 50%. Я такой, блин, я не подхожу. Ну, я уже в клане, мне пофиг. Не знаю, что только клан дает, там какое-то снабжение, но фиг его знает. Вроде качает, скоро уже будет камуфляж доступен мне. И нормально. Что говорил в прошлый раз, что блиц дает в первую очередь, стимул прокачки. То есть ты качаешь танк, что-то получаешь. Правда, танк в итоге получается точно такой же, как на прошлом левеле. Плюс еще стоковый, на котором надо будет страдать. Но, тем не менее, хоть что-то можно здесь поделать, да. Ну, как-то хорошо проехал. Чуть-чуть бы. Давай туда вот, влево. Вот сюда вот едь. Я даже прицел поставлю, ты просто едь. Ехай, мужик, ехай. А, там гора, блин, ну ладно. План капкан не удался. Вот это плотное место, где все тяжи стоят за камушками и что-то делают вперед-назад, смотрите. Вот, видишь. А! Спасай! Еху. И Сяра нападает. Мда. Мда, вот тебе мда. А тебе не мда? Защищай меня. Упоролся, смотрите, выса сейчас получит в бочину маслину. 50 кб. Вот, это хороший танк, да. Мне нравится. Такой крыса-танк добивает прям. Вот он выехал добивать, видите? Но не добил. Да я знаю, что тебе помощь нужна. Мы вроде стараемся. Блин, я думал, ты разрядился, чувак. А ты не разрядился? А что мы сделаем? Ты сам туда вперед выехал. Вон нас уже объезжают. Вперед, поехали. Блин, а пушка-то не эта. Не танкует у меня пушка передом. Сейчас поймаю маслину в бочину. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. И как тут танковать вообще? Непонятно. Просто пробивает. ТТГГ, да. Ты, главное, сам вперед вылез, еще ТТ такие. Ну да, надо было за тобой вылазить под пули. Конечно. Ну, вроде, смотрите, даже бой равный. И мы его, конечно же, смотреть не будем, а выедем на Аймыхе вот таком же. Не, короче, Аймых чуть-чуть другой. Вот эта карта меня бесит. Вот эта первая бесящая карта, потому что она полностью вся простреливается. Чуть-чуть затормозил, как я сейчас в самом начале. И сразу же, пока ты куда-то едешь, можешь получить маслин. Поэтому мы вот сюда вот встанем, вот здесь будем стоять. Ловить кайф от геймплея. Вот, кстати, момент, в который можно, в принципе, ворваться вот этого тела и вынести его с прокаста. Да, терминология дотки пошла. Но сразу же сдохнуть, потому что их там много.
Мы как-нибудь будем пока из-под тишка действовать. Время врывов еще не пришло, да. Пушка хорошая, пробивная. Правда, кулдаун там на полной перезарядке большой. Так что сильно не это. Не поторгуешь. И брони нет, самое главное. У этого танка нет брони, это жесть. Надо как-то башни очень активно крутить. Вертеть, чтобы что-то добиться. Ну, вообще никого не могу пробить. Все за камушками спрятались. Сеть тоже стоят. И наш тоже стоят. А, вон, смотри, 54-ка пошла в бой. Ну что, поехали сливаться тогда, пацаны. Стоять я не люблю. Стоять это не для меня. О, интерфейс добавили. Смотрите, теперь видно пульки. Вот это новшество. Кнопка. Все, больше кнопок никаких я не вижу дополнительных. Эти дома лом... А, он за горой сейчас стоит. Там за горой вылазит чувак и ловит пулю в зад. Попал, не попал. Наверное, он уже уехал. Но я разряжусь. Может, попаду. Опа, и Сяра, смотрите, с бочары вышел и наших прессует. Что делаем? Говорим колобанкой и рвемся в бой. То, что я хз, стоять так это гон. Вот этого можно парня зафигать. Ой, ой, ой. Тысяча чертей, как говорится, да? Очень долго. Почему такая долгая перезарядка была быстрее? Но я его не убью. Уезжай, уехал. Не уехал. Ну, видно все, да? Я, конечно, стоял, ни хера не делал, извиняюсь за выражение. Я все время ругаюсь, когда играю в блиц. Я буду сильно, наверное, ругаться, но таблицу видно, слив. Простояли. Ну что, ребятки, пирамидки. Сейчас попробуем не слиться, как в прошлый раз. Вообще тупая катка была. Но я ничего это выделять не буду. Убирать из видоса, все попадет в видосик. Если, конечно, меня не прервут. О, смотрите, какой крутой чувак едет, звездный. Прикольный вагончик. Прям какой-то хипперский. Так, посмотрим, кто куда едет. Ну, нам надо, наверное, тоже туда ехать. И что, мы в топе, что ли? А, ну, в принципе, десятка. Я навсегда в топе. Ладно, попытаемся что-нибудь сделать, пока до нас те не доползли, потому что, по-моему, они все-таки поползли вправо, что их не видать. Ну, либо так же, как мы тормозим. Вот, тяжик едет. Такая встречка. Здравствуйте. Помогаем, конечно же. Пока, правда, мы доползем, уже, наверное, бой закончится. Вот он плюс ИСа, ты выживаешь, потому что ты медленный, ты просто Е50, Дон, не подпирай. А можно я тебя... Состилил, крыса, крыса, сейчас будет писать. Ну, я такой, да. Главное, это результат. Там еще один, да, ползет, но мы к нему не поедем. Мы поедем вот к этому красавчику. Да, вот он, видите, стоит. Вот он стоит. Сейчас. Я вот про это говорю. Я как всегда. Я как всегда танкую на рандоме. Меня кто-то обошел, смотри-ка. Кто ты? Ну ладно, я не буду. Я не поеду за тобой, я поеду за ним. Рандом. Да, тут надо все-таки не аркадный прицел использовать. На! Я умею кататься на C1. Ну тут турбослив, тут. О, я башню сорвал, сорванные башни Е. Да, тут вот это вот реализовано все-таки хорошо, что танчик над землей стоит на катках, и ты можешь просто под него попасть. С такими не выиграешь. Это просто. Вот, видали опять? Я как сильно хотел танкануть и танканул. Ну что, это рандом, детка. Давите их! Они мне всю жизнь испортили! Давите их! Давите! Вот Хэви этот стоит в меня, смотрит по-любому. Посмотрим. Ты на меня смотришь, мужик? На меня, да? На меня? Нет, ну ладно. Не смотри. Смотри на меня. В глаза мне смотри. Ладно, поеду танку. Танкану. Хотя у меня вроде этот задачка выжить. Победить и выжить. Ну и ладно. Если что, в следующий раз победим, выживем. Тут главное фанище. Смотрите, как мы рвемся к цели. Все мелькает перед глазами. Все трясется, камера. И... Башня молниеносно наводится на цель. Да, почти навелись. Углы наводки не достают. Вот так. Да, нет. Выше, ниже, выше, ниже. А, ладно, сейчас мы доедем до него. Т-54. Дно. Дно. Я надеюсь, не умру, если в него стрельну.
Нет! Но я выжил, круто. Какой чудесный бой. И мы выжили, выполнили еще одну задачку, наверное, да? Клево. Наконец-то мы прогрузились, все уже куда-то едут. Половина катки прошло, половина минут, в смысле. Это, наверное, будет последний бой. Если мы выиграем, то мы еще один, наверное, скатаемся, потому что у меня стоит невероятно сложная задача выиграть 3 боя подряд. Поехал к этим, потому что, ну, тяжи будут сейчас стоять до талого. Вот, тем более их там двое, они молодцы. Попробуем этих посливать. Главное, пуль не получить, пока вот здесь вот едешь. Пока мчишься в бой на своем суперкрутом танке, да. Гриль уже меня пасет по-любому. Или я его пасу. Ну ладно. Меня спалили. Он такой, черт возьми, там еще и тяж. Что-то надо делать. Что делать? Воровать, убивать. Тут хорошее место. Можно задрать нос. Чувак, ну не загораживай. Hello, не попал. Ну, в рикошет, в смысле. Ну что, встали? Сюда можно фугасиком стрельнуть, но, блин, я боюсь, что я нифига не сделаю. Не умею этими фугасами пользоваться. Еще гриль говорит привет. Я ему... Нет, я ему не буду говорить. Вот, блин, я опять это сделал. Опять сделал фигню. Минус. Рикошет. На перезарядочку пошел, мужик. Ну иди, у меня она быстрее. Мусор. Давай, мы в тебя упоримся чуть-чуть. Упорись. Все нормально. Видите, мы чуть-чуть перевес сделали, и у них уже нервишки шалят. Когда тяж вылазит в толпу, я сам начинаю нервничать. Ну все, изи катка. Короче, мы еще одну сейчас будем играть, потому что у меня, я как сказал, задачка стоит выиграть. На турбо сливить. А чувак еще, наверное, в АФК стоит на респе. Лол. Исяра, ты где, колбасяра? Выходи. А нет, смотрите, вон он стоит. Но я до него, наверное, уже не успею доехать. Фига, как он там зашкерился между нашими пацанами. Его должны были просветить 100 раз. Инвиз, наверное, прожал. Зубодробительный бой был. Я 2 раза, наверное, стрельнул. Тут почти все время так, ё-моё. Да, божественный урон. Точнее, не божественный. 666, блин, жесть. И погнали, да. СТ-1, что-то там, тыры-пыры. Я долго почему-то все время так прогружаюсь, все уже едут куда-то, короче. Ну, поедем с тяжами, что делать? Они там вон все толпой стоят. У нас есть какой-то Денис с крутым значком. Вон, видали? Это крутой значок, на самом деле. Так что будем... А, ну, мы его не будем держаться, наверное, да, он там где-то стоит. Окей. Ну, жички у противников летят, это хорошо. А вот мы одни поехали, это плохо. Так, бег. Меня спалили, что я один. Половину. О, не долетел патрон. Ты пользуешься китайскими патронами, что ли, чувак? Да, обидно, когда в тебя попали, а ты такой... Ну, ок. Ну, тут уже, наверное, все. Кирдык ему. Этих двое, блин. Ну, обидно будет, если мы третий бой проиграем. Задачку не дадут. Пока трещу, тут чувак вылез. Это я так езжу, да, такой, опа, и вылез всем телом. На 4 сотки урона. Потный бой, давай. Я твой НЛД шатал. Сейчас уже Исяра подъедет, сбоку, смотрите. Я танкую. Блин, вообще капец. Это лол был, кек, чебурек. Сейчас 2 патрона поймаю. 2 патрона я поймаю. Или даже 3, он еще мало слышал. А почему я нажал и стрельнул? Ждите, говорит. Сейчас я запущу, да. Пацаны, тащите, я верю в вас. Ладно, пока они тащат, мы, конечно, это смотреть не будем. Ну, бас, слился, блин. Ну, уже надоело играть, на самом деле. Не могу я долго играть в эту картоху. Ивентов нет, стимула нет. Играть, катать. Посмотрим, что мы сделали. Вот. Наверное, будем пока что заканчивать. Да. Слился как нубас. Да. Рачила я, что делать. Некуда деваться. Задачки, что мы сделали? Один бой, тыры-пыры, забираем лут.
Божественный лут. Да, вот эти вот задачи, вообще реформа по задачам, когда вышла реформа, мне очень понравились. Они прям цепляют за яйца так и держат тебя, пока ты все не выполнишь. Вот, видали, какая награда крутая? Мне тоже нравится. Сейчас, если выиграем, то нам еще вот этот сундучок дадут. А так я могу что сказать по танкам? Т-7, клевый танк, похож на С-8, как я говорил, вообще. Да и вообще, на мой взгляд, ничем эти танки не отличаются. Тут нет никаких пассивок, активок. Фиг его знает. Даже пушки, смотрите, разные, хотя стоят одинаковые. Почему? Ну, я сейчас не покажу. Почему дульный тормоз разный? Пушки-то одинаковые. А? А? Пушки-то, если посмотреть в дерево танков, одинаковые. А дульные тормоза разные. Не порядок. Стиль не тот. Я вот даже сейчас не посмотрю, мне же в этом бою. Ладно, пофиг. Я говорю, это чувак затащит. Он затащил, он реально крутой был, да. Я так играть не умею. Победили 3 раза подряд, представляете, это редкость. Я иногда весь вечер сижу играю, не могу 3 раза подряд выиграть, а тут прям фарт. Надо почаще видосики снимать. Кстати, насчет видосиков. Говорите, что думаете по моему рака движу на этом блице. Мне вообще стыдно, конечно, записывать видосы, потому что я кататься не умею. Ну, если нравится, то могу продолжить. Пишите темки, какие танчики, что делать вообще здесь. Будем угорать, веселиться вместе с вами, да. Вот так вот, да, кстати. Хорошее название, да? Вот так вот, для видоса. На этом, наверное, все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Играйте в крутые танки, а не всякие... Ладно, промолчим. Короче, если вам нравится картошка, пишите, будем что-нибудь делать, да, с вами. Изменять ваше мнение. Ну или в картошку продолжать играть, да. Еще раз, всем спасибо за просмотр, всем пока. Мне, в принципе, понравилось сегодня. Пока-пока.